Наша маленькая санитарка. Так называли меня красноармейцы Брестской крепости. Мой отец умер в первые дни войны. Я перевязывала раненых и собирала патроны к обороняющимся красноармейцам. После того, как немцы захватили нашу крепость, я жила в оккупированном Бресте. Я вступила в молодежное подполье, где спасали людей из немецких концлагерей. Я спасла из гетто 17 человек, но одного все-таки поймали. Он не выдержал пыток и выдал всю правду о нас. Многих тогда нашли и казнили, но мне удалось выжить. Позже я вступила в партизанский отряд. Я сражалась наравне со взрослыми мужчинами. Мне выдали орден Красной Звезды. Мне было 14 лет, и я осталась жива. Здравствуйте. Меня зовут Лариса Михеенко. Война отрезала меня от родного дома. Летом я уехала на каникулы к бабушке в деревню, а вернуться не успела. Деревню заняли фашисты. В штабе бригады меня сначала отказались принять, такую маленькую девочку. Мне было всего 12 лет, но мне казалось под силу то, что не удавалось сильным мужчинам. Переодевшись в лохмотья, я ходила по деревням, выведывая, где и как расположены орудия, расставлены часовые, что за поезда и с каким грузом приходят на нашу станцию. Я все детство мечтала стать балериной, но война распорядилась со мной иначе. Я стала партизанкой. В ноябре 43-го года мы с моей напарницей Валей отправились на встречу с партизанами, которые сообщили, что через 3 дня вернутся советские войска. «Наши вернутся! Освободят!» — думала я. Неожиданно нас окружили. Почти всех убили. Я успела спрятать гранату. Когда немцы вели меня на допрос, я бросила ее в них. Но снаряд не взорвался. За этот поступок меня долго терзали и пытали. Я не дожила до освобождения от фашистов всего 3 дня. Награждена орденом Отечественной войны 1-й степени, посмертно. Мне было 14 лет. Здравствуйте! Меня зовут Валя Пономарева.
деревне, где я жил, ворвались фашисты. Осенью мне уже не пришлось идти в школу в 5-й класс. Вскоре я остался совсем один. Мать повесили фашисты, а отец погиб на фронте. Я стал разведчиком, добывал ценные документы неприятелей и планы гитлерского командования. Участвовал в рейдах и множество диверсий. В декабре 43-го года я и начальник штаба остановились передохнуть. Менее чем через час мы услышали выстрел. Деревню окружили гитлерские каратели. Я добрался до опушки леса. Там я и принял бой. Отстреливаясь до последнего патрона, я взял в руки свое последнее оружие — две гранаты. Одну бросил в них, а другую оставил. Когда они подошли совсем быстро, близко, я подошел и бросил гранату под себя, тем самым подорвав себя и их. За героизм мне присвоили звание Героя Советского Союза. Посмешно. Союза посмертно. Мне было 14 лет. Thank you.
За мою голову немцы обещали земельный участок, корову, 10 000 марок. Это довольно щедрая награда, но я так и не была поймана. А меня лесные бойцы прозвали Птенчик. Хрупкая, маленькая девочка. Я была проводником. В силу возраста не вызывала подозрений у немцев. Я часто брала корзину и уходила на железнодорожные пути собирать уголь. И если меня останавливали часовые, объясняла, что собираю уголь, чтобы отапливать комнату, в которой живут немцы. Таким образом, я пробиралась туда, куда мне было нужно. На самом деле, мы с сестрой искали удобный момент, чтобы прикрепить мини-цистерны с бензином. Важно было найти именно бензин. Мы ползали под составами, пытаясь определить на запах содержимое цистерны. С помощью брашного камушка определяли, полная она или нет. В результате взрыва уничтожалось большое количество вагонов с продовольствием, одеждой, техникой и оружием. Я обвинялась в оказании помощи партизанам и была арестована. Немцы долго пытали меня, старались узнать, где находятся партизаны и моя сестра Оля. Мне обожгли лицо, переломали позвоночник и под конец расстреляли. Когда я узнала о казни маленькой сестры, то стала идти фашистам еще активнее. Показала себя бесстрашной разведчицей. Спустила под откос 7 вражеских эшелонов с живой силой, техникой и продовольствием. Участвовала в разгроме нескольких немецких гарнизонов за счет 20 уничтоженных вражеских солдат. Меня так и не смогли поймать. Я смогла выжить в этой войне. Точнее, но есть. Было, но я его не помню. Нас было 214 детей. Наш детский дом эвакуировали из Симферополя в Ейск. 2 дня 42-го мы были уничтожены. Все мы в 6 часов вечера 9 октября к нашему детскому дому подъехали грузовики, в которых начали запихивать детей. Тех, кто сопротивлялся, заталкивали силой. Грузовики были оборудованы газовыми камерами и обиты изнутри железом, так что наших криков не было слышно. По пути к месту нашего захоронения все дети погибли от отравления. 10 октября каратели продолжили нас убивать, погрузив в машину еще 13 мальчиков и девочек. Из тех 20, кому ранее удалось бежать. И еще 22 лежащих ребенка. В документах первичного расследования позже было указано, что казни были подвергнуты детям в возрасте от 6 до 14 лет. Нас было 214. Дети войны, и боль, и отчаяние. И сколько надо
мой, царь просто землей травой, только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Это вечный огонь, но завещанный одним, мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть мне 25, трудный путь пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Не просите ли такого, дед Небалитин был свой герой, и глаза молодых солдат фотографии увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть. Тем, кто родился после войны, многого уже не понять. И того, что пережило военное поколение, не пережить. Можно только слушать рассказы тех, кто выжил. И постараться осознать. Попытаться почувствовать, что они пережили. И сохранить это в своей памяти. Отдавая дань вечного уважения и вечного.